Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения. С вами Рэй, продолжаем играть в игру Honor Bound. И нам достается шкатулочка. Вот оно что. Так, исследование, конечно же, ребята, надо посмотреть, что мы с вами закончили. Ага, отлично. Воинов до 30 уровня, то, что нужно. А здесь еще, блин, 9 часов ждать. Долговато, конечно. Ладно, не беда. Ну что ж, давайте вернемся. Сегодня у нас, наверное, продолжение сюжетки будет. Так, по заданиям что? Ну-ка, давайте-ка посмотрим. 4 уровень и 4. Так, есть у нас. И здесь вот так вот сделаем. Пускай приступает, 10 минут буду делать, не так уж это, в принципе, и долго. А здесь 4 и 6, также, смотрите, 1, 1 и 4. Давайте посмотрим, может быть, у нас что-нибудь нашкребется. Так, сюда этого воткнем, так, 4 уровень. Ага, вот у меня викинг есть, хорошо. 60 минут, елки-палки, это целый час. А это, интересно, если сюда поставим что-нибудь будет, да ё-моё, это нам не надо. Я просто хотел тебя поставить в отряд, а ты, видите ли, просишься ко мне. Так, подожди, я, по-моему, не так делать. Надо нажимать. Нажимать, наверное, на самого Дрейка, да. А сюда мы можем, в принципе, поставить голема 15 уровня. Но он мне пригодится самому. Так, как я могу отправить-то их? А, вот, приступить к заданию. Пускай делают. Да, для этого задания уже персонажа у нас не хватит, жаль. Блин, а нафига я отправил голема 15 уровня в бой, а у меня 9-го? Почему такая фигня-то, я не понял. Вот это я лопухнулся. И вот с этим отрядом мне придется проходить основную сюжетную линию. Да, далеко я, по-моему, не уйду. Что это такое у нас, ребят? Так, здесь мы собираем золото. А вот это-то что? Враги захватили вашу шахту. Сразиться надо с ними. Ага, и отвоевать свое золото. Ну что же, я, как говорится, не отдам никому свои рудники и, естественно, буду всех наказывать здесь. Ну что ты тут? Так, надо посмотреть, какие уровни здесь. Не вижу. А, 9-й. Ладно, хорошо. Надеюсь, справимся. Ох ты, чуть-чуть не хватило. Блин. А вот будь у меня голем 15 уровня, он бы забомбил. Сразу бы причем. Черт подери, вот это вот надо же было так, а, не посмотреть, отправить. А я еще думаю, почему 15 уровня у меня, и причем в свободных висит. Думаю, ну ладно, может быть, мой круче, ага, вот тебе и круче. Так, хорошо, здесь у нас бандиты. Давайте бомбанем, отлично. Ну, ага, не получится добить, к сожалению, ё-моё. И голем рассыпался, чтоб тебя. И, по-моему, там задание на 60 минут. То есть я целый час не смогу его взять. И отменить вроде бы как нельзя. Черт подери. Ладно, сам виноват, сам и буду расхлебываться. Я, конечно, могу его оживить, но для этого придется потратить свиток воскрешения. А мне жалко. Причем, смотрите, я их бомблю на один удар. Возможно, я даже смогу один пройти. Будем пробовать. 11 монеток получили, мало. А хотя, ребята, он, может быть, даже у нас успеет рисануться, если получит уровень. Так, что у нас тут? Клерик. Ну что ж, давайте его тогда тоже накумарим. Ага, он с бандитом здесь. Хорошо. Тогда оба и получат от нас. Вот, лучше пускай меня атакуют. По крайней мере, я могу отхилиться, восполнить себе полностью здоровье. Ну, а судя по тому, сколько они у меня отнимают, меня здесь надолго хватит. Да, и экспы почему-то дают маловато. Так, я также могу подхилить своего жука. Две баночки с варевом живительным. Но не хочу тратить. Пригодится еще. Пускай они лучше упадут у нас здесь. Чего я, в принципе, и добиваюсь. Слушайте, я надеюсь, здесь никакого не будет босса, блин, в конце. Чтобы я еще с ним тут дрался. А то будет жарко. Ладно, подхилимся, фиг с ним. Но этого резать я не буду. Ну, если, конечно, будет босс в конце, наверное, придется его рисануть. Этого голема 9 уровня. И потратить на него наш свиток. О, жук, малорик, молодец. Добил все-таки. Все пока у нас хорошо, довольно легко идем. 12 монет. Очень мало дают опыта и монет. Поэтому, наверное, тут никакого босса не будет. Вот только лишь бандиты. Причем нора грабителя называется миссия, да? На самом деле, я бы назвал бы... Возвращение шахты. Но никак не нора грабителей. Хотя да, здесь бандиты. Но тем не менее, они вторглись в мои владения. Так что ничего подобного.
Ну, давай дальше. Проходим-то, в принципе, быстро. Так, здесь нужно карту отдалить и посмотреть, куда нам с вами нужно двигаться. Здесь два сундука, я вижу. Ага, босс вон там. Ладно, пойдем по короткому пути с вами. Не будем в круговую идти. Сейчас мы замочим этого хиллера. Наверное, он будет... А, их тут два. Ладно, на удар, отлично. По кому бомбит? Блин, по моему жуку. По моему арахноиду. Но все-таки мы справились. Да, опыт действительно очень и очень медленно. Не успеет у нас отхилиться. Зато мы получаем с вами сундук. Сокровище, я надеюсь, там что-нибудь хорошенькое будет. Лучник тут опять. Так, один? Нет, он с магом. На удар. Сейчас бомбанут, по-моему, жука мне. Чую я. Не доживет он до победного конца у нас. Интересно, если я закончу миссию, да, вернусь к себе домой, у меня эти персонажи, по-моему, должны уже быть на ногах и отхиленные причем. Ух, понеслась. О, он один. Это хорошо, это мне на руку. Да он еще и ватный при этом. Так что, думаю, сейчас он тут и поляжет. Нефиг, как говорится, захватывать чужие владения. Все, меня это вполне устраивает. Шахту мы должны к себе вернуть. И я надеюсь, там золотишко-то в ней останется, чтобы я мог его к себе прибрать. Так, территория пройдена. Награды 500 голды. И исцеление, исцеление, исцеление. Отлично, мне нравится. Так, смотрите-ка, у нас тут 500 угольков уже накопилось. Мы, кстати, можем, если сделать исследование, можем, чтобы он больше этих угольков у нас добывал. Так, вот он, ребята, свежая. Снять осаду. Столица Хейвена в осаде. Пробейтесь к городским воротам и освободите ее жителей. Теперь, когда в деревне Хейвена воцарился мир, вы должны отправиться в Хейвенпорт. Но это путешествие может оказаться не таким простым, как кажется. Ну, возможно, я даже спорить с этим не буду. Это дорога в Хейвенпорт. Надеюсь, мы узнаем, как бандиты стали союзниками Наэмы. Хм, эти солдаты на дороге выглядят не слишком дружелюбно. Не стоит беспокоиться, Винрей. Это ополченцы Хейвена, несомненно, нас ждет отличный прием. И у нас начало территории. Поехали. Так, что вы тут делаете? Стоять! Эти земли принадлежат ополчению. Никто не войдет в город, пока не закончится осада. Осада? Зачем ополчению осаждать собственный город? Потому что эти глупцы не признают нашего маршала своим господином. Нас никто не остановит, даже вы. Хорошо, не хотите по-хорошему, будет по-плохому. Давайте, ребят, разбирать их. Ну, жук добей. Молодец, умница, жучара, арахнит ты мой. Арахнит. Добили. Все, пока удачно. Победа. Ну, денег, как всегда, маловато, но хотя бы дают эссенцию. И опыт растет, ребята. Да, вы, кстати, заметили, что у меня мой голем опять живой. Значит, все-таки действительно, когда мы проходим миссию и возвращаемся к себе в дом, наши персонажи оживают. Что-то я не могу понять. Так, здесь какой-то... А куда идти-то? Мне нужно в как... Ого! Ну, ничего себе, мне тут надо бродить. По низу тоже не проще. Блин! Придется тогда идти в сторону сундука. Так, хоть что-то получим. Помимо люлей. Так, давайте. Сердце Хейвена у нас миссия называется. Так, давайте. Начинаем вот с этих вот магов. Они мне не нравятся. Я боюсь, что они будут очень сильно бомбить. Хотя вот эти вот рыцари, которые только что мне завалили моего малюсенького големчика. Блин, как же я вас ненавижу, а. Злыдни вы. Ну, оу, хорошо-то как. Ха. Удачно мы получили уровень, и мой голем снова на коне. То есть он ожил. Смотрите, везде капканы тут. Хе-хе-хе, для кого стоят? Слушайте, нет, не пойдем мы в круговую, нам этот сундук нафиг не нужен. Мы пойдем напрямую, заодно потом прихватим золотишко, да? Так мы с вами, по крайней мере, сэкономим кучу времени. Так, понеслась. На-ка, люлю. Люлю! Ну это ж надо так ляпнуть, на-ка, люлю. Да, только я могу тут ляпнуть. Ну, главное, получили, всыпали мы им по первое число. Но, по крайней мере, дают хотя бы эссенцию. А это, я так думаю, что отражается на нашем опыте. И я, в принципе, очень этим доволен. Так, здесь у нас золотишко.
Неплохо, ребята, у нас максимальное количество золота, которое мы можем носить, 7000. Хочу еще больше. Ну, воу, тут уже посерьезнее все будет у нас, да? Причем, блин, мы пришли, да, как говорится, освобождать их, а они здесь все против нас. Жук мой родной упал, блин. Как же так? Сейчас и голема все-таки разбомбили. Ладно. Так, рыцарь у нас тут остался. Рассечение, да, он делает? Вот за это придется ему поплатиться, я думаю. Слушайте, ну я остался один. Мне, по ходу дела, ребят, все-таки придется кого-то воскрешать. Ух, хотя, может быть, и нет. Главное, не упасть. У меня же нету свитка общего воскрешения. По-моему, нет. И купить его нельзя. Ладно. В общем, будем идти как можно аккуратнее, а там уже посмотрим, что будет. Да какого лешего вы первый-то атакуете, а? Ох, фу ты. Я хотел сказать, зря я, наверное, сюда ломанулся, но, по всей видимости, я здесь смогу одолеть. Остался лишь один. Да, мощный, но я выживаю. Все, ребята, придется отхиливаться. Как ни крути. Да и этих гавриков, наверное, тоже воскрешать. Хотя еще буквально немножко, и они сами по себе рисанулись бы. Эх, так, отхилимся. Почему так мало хилим, а? Блин, можно было бы здесь самому делать вот эти вот свиточки, пробирочки. Давай, лечись. А вот, в принципе, уже, ребята, и финал. Мы с вами довольно легко. Ну как легко? Для меня, в принципе, проблем никаких не было. Вот у моих спутников, да, отгребали они по полной программе. Да чтоб тебя, а! Опять голем упал. Говорится, свиток воскрешения просто я зря использовал. Ну, я думаю, что здесь бы и в одно лицо бы я не одолел их. Так, ну, надеюсь, они сейчас рисанутся. А ну-ка, победа. И жук так точно должен. Че, нифига? Ну, в любом случае, мы можем сейчас с вами, да, пополняем энергию, вернуться к себе домой, и все у нас будет нормально. Не могу в это поверить. Даже в эти времена народ Хейвенпорта способен начать междоусобицу. Их войска сильны, Винрей. Не знаю, сможем ли мы пробиться через эту осаду. Если нам не удастся попасть непосредственно в Хейвенпорт, придется найти другой путь. Пойдем. Пойдем, конечно. 710 голды плюс сундук. Оу, колечко. Еще кольцо. Слушайте, ребята, есть смысл установить. Воин чести Винрей, Руналесью нужна ваша помощь, у нас появилась нежить. Мы же вроде тебе помогали в тот раз. Дайрхайд, зверь-хранитель леса, поддался гниению. Его нужно остановить, пока он не заразил остальные деревья. Опачки. Какой-то зверюга у нас здесь будет. А вот это что-то новенькое. Видимо, босс. Так, ну а я буду, ребят, заниматься своими колечками. Хотя тут у нас, смотрите, уже... прошли одну из миссий. Тут еще 48 минут. Долго, долго. Требуются герои. Ну, у меня есть герои, поэтому давайте поставим сюда и вот сюда. Кстати, у меня голем вернулся. Надо, наверное, его поменять. Так, подожди, а как это доброе дело делается? Я вот подзапамятовал. Ну, а, вот здесь вот. Да, ребят, вот так вот мы меняем. Ух! Родной големчик вернулся в родные пенаты. И это хорошо. Так, теперь мне нужно расставить колечки. Колечки, колечки. Блин, я уже, ребят, даже забыл, как это делается. О, смотрите, сколько у нас персонажей. Ё-моё. И всех можно прокачать и отправлять потом на миссии. Но это тратить время. А мне пока сейчас как-то жалко его, если честно. Да и вам, наверное, не будет интересно смотреть, как я их тут буду сейчас развивать, раскачивать. Поэтому давайте делать с вами действительно нужное дело. Так, начнем вот с этого, ребят. Раскачка. Раскачка классов. А что же нам сделать? Мне, в принципе, нужен... Так, мага у меня пока нету. Клирика, я имею в виду. У нас есть рыцари. Здесь не надо ничего. Тут тоже минус балалайка у нас. Ничего мы призвать себе не сможем. Значит, нам остается только лишь вот тут вот, скорее всего. Хотя нет, давайте по классам. Воин третьего ранга. Рыцарь. Я интересно, я рыцарь или воин? Вот мой главный персонаж. Ух, давайте, наверное, попробуем воин третьего ранга все-таки повысим с вами. 2500 голды у нас как раз получается и денег хватает. До 40 уровня я смогу развиваться. Я думаю, что в дальнейшем нам это очень сильно пригодится, и я об этом не пожалею. Так, что дальше? Блин, вот жука, ребят, я...
Что это такое? Последние новости? Я их не вижу, ребята. Причем последние новости 14-го года были. Зашибись, да? 4 года назад. Так, хорошо. Тогда поехали в бой с вами. Не будем тут телепунькаться. Оу, смотрите, у нас тут и фиолетовый какой-то бой. Может быть, попробуем, рискнем своим здоровьем сюда напасть, а? Давайте-ка рискнем. К нам поступает сообщение, что нежить захватила Рунолесье. Сразитесь с этими тварями. Ну, это мы уже читали, ребят. Сейчас нажал и думаю, а не зря ли я это случайно сделал, а? Воин чести Винрей, Рунолесью нужна ваша помощь. У нас появилась нежить. Дархайт, зверь-хранитель леса, поддался гниению. Его нужно остановить, пока он не заразил остальные деревья. Начало территории. Да. Ух ты, смотрите-ка, у нас тут всякие зомбари. Ладно, давайте пос... 19 уровня, ё-моё, я так и думал, что я... Хотя разбираются они довольно легко. А атака? Слушайте, ну терпимо. Хм, интересно, а почему так получается? Блин, ребят, я знаете, что забыл? Я ж хотел колечки расставить. Ё-моё, забыл совсем. Колеса у нас навыпадала целая куча с прошлого боя. Блин. Ну ладно, надеюсь, что у нас тут все пройдет чисто и гладко, и мы успеем вернуться к себе здоровые и живые и расставить все это дело. Так. Блин, Голем, держись, родной, не падай только, пожалуйста. Получи уровень и восполни себе здоровье, ну... Да, молодец ты, красава. Вот это другой разговор, блин. Так, опачки, опачки. И куда тут идти, тут смотрите. Оу, так, мыши летающие. Так, подожди, 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 не надо так проскакивать. Так, сундук синий, это хорошо. Честно говоря, даже не знаю. Но попробую пойти вот так вот поверху. Была, как говорится, не была. Медвежонок облезлый, весь в стрелах утыканный. Ну, придется его завалить. Ага, он и не один. Опачки, а вот это медвежонок. Да, ребята, по-моему, будут проблемы у нас. Хорошо, что он на меня реагирует. Тогда ему крышка. Так, давайте вот этого. Ня, добивай. Кстати, вы заметили, да? Когда чувачок добивает врага, у него такой руночка горит. Вот это вот, по-моему, и есть эссенция. Если я, конечно, что-то не путаю. Вот она, видите? И мы получаем, как бы, дополнительный опыт. Это хорошо. Блин, крыса. Ну, крысу мы сейчас с вами, я думаю, победим. И там у нас, как видите, еще золотишко будет лежать. А денег-то у нас маловато. Надо пополнять казну. Так, давай вот этого. Блин, я думал, сейчас с удара упадет. Не получилось. Все-таки мой вот этот жук слабоват. Но если бы мы ему подняли бы, развили бы его... Он бы мог бы дальше у нас прокачиваться. Но, как видите, 10 уровень это для него в данный момент предел. Немножко меня это расстраивает, конечно. Но будем как-то исправлять эту ситуацию. В данный момент я ничего не могу сделать, потому что у меня все исследования, как говорится, в очереди. Там сами видели еще сколько надо будет времени потратить, пока все это разовьется. Так что нам придется, наверное, сделать даже очень и очень большой перерывчик по этой игруле. Но, тем не менее, мы найдем чем заняться. У меня очень много чего там на примете. Много чего с вами посмотрим. Ну, а там уже дальше определимся. Так, растет казна. По чуть-чуть, но растет. И это хорошо. Так, двигаемся с вами далее. И лучник у нас здесь. Причем тоже зомбарь, да, насколько я понял? Да, они мертвые. Будем их бомбить тогда. Сейчас кто-то упадет у меня, больше чем уверен, ребят. Или жук, или голем. Да, это оказался жук. Ну ты жук навозный, а. Какой же ты все-таки легкий у меня. В плане того, чтобы тебя так легко забомбить. Интересно, я могу посмотреть статус своих бойцов прямо вот здесь, в игре? Не обязательно в доме. Ага, я могу поднять уровень. Получится, нет? Рискнем? Нельзя. А вот это уже обидно. Я-то думал, можно будет как-то обмануть. О, зато колечки могу воткнуть здесь. Вот это вот хорошо. Так. Хм, 60. А здесь у нас 25 в защите, 25 к атаке. Нет, давайте на здоровье, наверное, поставим. Потому что они и так у нас ватные. Я еще, наверное, могу давить. 25 к защите. Или вот это вот, 45. Давайте вот так вот еще на хпшку, наверное, с вами наденем. В общей сложности... А, нельзя два кольца одеть. Блин, тогда, конечно, вот это оставляем. Хе. Хитро, да?
Да, это колечко, скорее всего, я оставлю. Нам защита тоже нужна. Не только на одном ХП, как говорится, выковыриваться. И я смотрю, у нас там, кстати, энергия заканчивается. Это плохо. Паки паками на энергию, но они тоже у нас кончаются. Так что мы можем с вами очень круто попасть. Так, добьем? Добили. Отлично. Двигаемся дальше. А жук у нас даже не может получить новый уровень, поэтому он у нас будет валяться до скончания этой миссии. Или же, пока я его не ресану. А мне и резать нечем, нет у меня свитков воскрешения. Вот это попадос, ребята. Просто попадосик. Это у нас усиленный зомбарь. Сами видите, прекрасно, они красные и яростные. Оу, это босс даже. Ха, не успел глазом моргнуть, как уже до босса дошел. Тихо, ты посмотри, что происходит, ребята. Смотри. Ёлки-палки, лишь бы успеть. Да переключись ты на голема, бомбани ты его. Нет, я все-таки добью, да. Фу, повезло. Повезло, что так вышло все. Она могла бы меня уложить, если бы еще раз выстрелила бы, я бы упал бы. Но повезло нам. Ну и, как вы понимаете, мы прошли с вами вот эту вот главу. Естественно, возвращаемся с вами домой, жук мой воскреш. Ох ты, бронзовое кольцо силы. Это, скорее всего, на атаку. Слушайте, давайте, наверное, мы продолжим обязательно играть с вами, но уже будет это в другой серии. Надо маленько отдохнуть, совсем чуть-чуть, капельку буквально. Так, территории здесь офигенно большие. Если тут у нас все будет усыпано миссиями, то вы сами представляете, сколько нам придется в нее играть. Колечки, кольцо на 30. Ну, ребята, ну нет смысла, если честно говоря, менять ничего. Всего лишь на 5 лучше единиц, а это нам большого такого, скажем, преимущества не даст. Так что давайте, ребятушки, будем на этом завершать эту серию. Всем большое спасибо за просмотр. Мы обязательно, ребят, с вами увидимся в следующей серии и продолжим проходить в игру Honor Bond. Ну, а на этом все. Всем большое спасибо за просмотр и до новых встреч, до новых видосиков, ребята.